Кстати, у нас в этом плей-оффе, должен я вам сказать, интересный расклад какой. Из 8 игроков 6 зерги. Только Шоутайм и только Ютермал там есть. Так, ну что, ливнем отсюда, если Блайб придет сейчас. Так, ну что, ТЛО Шоу Тайм, там Блай Рейнер в другой паре бьется, ребята. Чё с вебкой-то? Где она вообще? Что-то... А, я ее случайно вырубил, что ли? Так, здесь только не нужно нам значков много. Достаточно вот этого. Спасибо всем еще раз за поддержку, за все дела. Ну что же, турнир начался, Twitch-то там идет, нормально, все, да, идет Twitch, все нормально. Рекламу запилю. Новый турнир, второй за сегодня начинается. Посмотрели мы его SM Masters, правда, финал я не стримил, потому что за Машей ушел. Вот, но на самом деле... На самом деле финал оказался неинтересным особо. 3-0 ману убил Ютермала и все. Вот. А вот была игры, как раз которые застримил я, были самыми напряженными. Матч за третье место. Поболеть пришлось. Так, отписал Вая, чтоб написал мне, если стартовать будет.
Ну что, ребят, ТЛО Шоу Тайм, может быть, даже первую игру посмотрю, давайте по игре буду комментировать, была, если что, напишет, я думаю, куда-то он пропал, не знаю, почему он пропал, если честно. У нас Бо-3 здесь, 2 Бо-3, потом полуфиналы, соответственно, и финал будет по очереди, 3-4 место, здесь одинаковые призовые, здесь без матча за 3-4 место у нас система проведения. Ну и не все игры по отдельности, соответственно, будут. Так, что не так, Ютермал делает? Ой, я знаю, что не так, я игр... я только последнюю игру видел, где Ютермал просто приехал, прилетел медиваком и геликами, он проиграл, потому что у него юнитов не было, потому что медивак отдал, а медивак отдавать вообще ни в коем случае нельзя, нужно им все время в напряжении просто, да, держать. Топ геликов можно слить, как бы, в лоб. И мана убил его потом блинком. До этого я игр не видел. Смотри, вообще по-другому, мне кажется, надо играть надежнее просто и все. Эти маны. Смотрите, молодец какой-то ЛО. Спорка не просто бьет по рандомной цели, а фокусит демедженного оракулуса. Ну, самого, молодец. И делает гидроден. Хитрейший гидроден, я бы сказал, на третьей базе. Чем же он, скажете, такой хитрый-то? Да потому что он хочет сныкать от оракула фениксов его, чтобы гидролинго прессинг неожиданностью был для шоу-тайма. Но если феникс будет долбить всех оверов подряд вот так вот, то ни о каком там этом... И говорить нет смысла в гидроденах там и т.д. Потому что тайм выходит в колоссов. Здесь один из гидралов просто строится, а один из гидралисков во втором Старкрафте это нифига не один из первым. Они приждут, прийти могут и фиг отпустят вообще. Блай не играет пока что, поэтому никто его не стримит, уже Блай не играет еще. Так, иллюзия от шоу-тайма летят. Он видит гидру, прекрасно. Видит гидроден, видит то, что он шевелится, то есть делается ему грейд гидре, там различные грейды. Пробил ТЛО одни камни, сейчас пройдет еще, пойдет еще одни убьет. Куда он идет? Зачем он так идет? А, через центр будет пушить. Я думал, через вот эти камни сюда. Это более выгодным направлением. Мне видится это более выгодным направлением, реально. Ну, заходят ТЛО, ребят. Ну, шоу тайм и сюда. Колосс первый готов. Оракула 2 есть. Ядру вот эту сплитить надо, чтобы колосс не демеджил вообще. Ну, и все снизу, все снес, что здесь ТЛО. Ядро с 7 юнитами. Зачем тут батарейку раз кликнул? Зачем? Она уже без энергии была. Еще одну батарейку убивает сразу же. На третьей базе гигантские проблемы у шоу-тайма. И это 1-0 ТЛО, ребят. Ничего себе. Давайте все 4Z в полуфиналах останутся.
прыгаем во вторую игру, что делать-то? Так, ну что, ребят, 1-0 ТЛО, битва на променаде называется. Карта у нас следующая, надеюсь, Блай найдется все-таки в этом турнире, потому что иначе печаль. Привет, Милка. Это хрень, короче, как это случилось. Пацаны, у кого на Гудгейме лагает, ну, мой канал, и чисто мой, может быть, потому что у меня 6000 битрейт сейчас стал высокий, как бы. Может, Энет не вывозит у вас, может, вы далеко. Не знаю, в чем там дело, может быть, если честно. Вот. Ну что, ребят, ТЛО делает двойной передроп сейчас просто. В стиле Дарка. Очень-очень и очень агрессивный билд это. Это невероятно агрессивный билд. Адептом вперед идет шоу-тайм. ТЛО на этом адепте вперед отдает две собаки. Так, а че он? Чуть не понял, че он так вырывается-то? А, ну так решил ворваться. Минус пион, это минус нексус будет. Золотой стоп удобно. Хотя не, собаки мимо, смотрите, побежали прямо на мейн. Вот эта группа. А 4 линга напрягать будет там еще далее. Забегает ТЛО. Ооо, нет, здесь оракул вышел, вот что плохо, конечно. Собаки возвращаются вниз. Можно сейчас через этот лифт оверов, в принципе, дропнуться сюда наверх, и будет все нормально. Можно Нексус выпилить, а потом еще и опять же в лоб туда давить. Очень вовремя батарейка построила, сразу адепт перезарядила.
Но Nexus Show Time лишился золотого в любом случае. Вроде как бы все везде защищено, но сейчас есть возможности для всяких передропов там и т.д. Поэтому я не знаю, процессом пора завязывать Nexus и ставить, по-моему. А снизу ставить Nexus вообще без шанса, короче, бил на карты вообще для процесса. Так, ну вот несмотря на то, что ты его золото убил шоу-тайму, я не вижу ничего хорошего в происходящем в этой игре для ТЛО вообще. Посмотрите. По рабочим только уровень более-менее, лейера нет. Ему в гидру выйти однобазовую, например, как вариант можно было бы. Но он не выходит в него. Потому что у него нет лейера. Он делает плюс один, но здесь старгейт есть роучами, уже так и не поэтому не побьешься. Так, у шоу-тайма аж 3 оракула, что самое интересное. Полетал 4 дрона, только по 2 спорки ты его заказывает. Одного оракула забрал, молодец. Ну, понимаете, просто однобазовый с другой стороны. Но он может Nexus поставить. Ну, рабочих на одной у него больше, чем у ТЛО. О! Смотрите, цель для Феникса появилась. Где он вообще, этот Феникс? Разве не было у твоего Феникса? Йо. Смотрите, Феникса не было, и оверы домой медленно, наверное, возвращаются. Ушел тайм, против Феникса не удалось. Еще одного оракула сбрил, но они опять 4 дрона минуснули вдвоем. Но тут роучи реваджеры с плюс 1 уже вперед идут. А воздушного вообще ничего у ТЛО нет практически. Так, все, лучше всего там и на смысле. Так, королевы, линги, роучи. Все сюда двигается. Ну, что-то сталкеров много здесь совсем как-то прям. Стало, а прироста не наблюдаю я. Ну ТЛО зажал шоу-тайма здесь. И не слабо зажал. Сталкеры пока сопротивляются, но собаки все новые и новые дотекают. Шоу-тайм пытается покусить роучи. И между прочим у него получается. Ну у Треваджера получилось вылечить ТЛО. Контроль просто идет невероятный какой-то. Но это ГГ, это 2-0 ТЛО, он дальше идет. Так, а чё бы я не отписал-то мне?
Грю черкани, да? Грю блаю. Черкани мне в батле, как начинать будет. Он взял, начал его. Ладает. Ну ладно, ждем блая тогда. Ну что, верхний полуфинал точно за ВЗ? Ну, снизу есть Ютермал. И это хорошо. Нерч катает ладер, я так понимаю. Ну ладно, ждем пока что-нибудь кто-нибудь почеркает, и может блай ворвемся тогда потом. Рекламу периодически пилю. Ничего себе сегодня 300 рублей с рекламы. Чего сегодня рекламы так много? Спасибо всем, кто от блоки отключает, большой цен. Нет, там ладер катает. Так, Снут тут Нерч играет. Снут Нерч и Ютермал Ламшар должны играть. Я не знаю, кого там будет стримить.
Ну, Блай долго играет, пока играет. Так. Ну что, ребят, кажется, Блай 0-1 проигрывает.
Ну что, ребята? Блайк, к сожалению, сливает первую игру Рейнеру. Давайте смотреть. Я что-то подзавис, подзадумался о чем-то вообще. Как обычно, в общем. Вот. Ну, Блай начал играть, и нам нужно его немножечко подержать, потому что он сливает, и если он сольет, здесь Бу-3, как бы, и все, он вылетит. А дальше-то у нас полуфинал и Бу-5, и финал, и без матча за третье место. Ну, хотелось бы с нашими игроками туда вообще. Вот. Блайч Крейнер, короче, ребят. Карта номер 2, карта катализатор. Синий Блай получается, красный Рейнер у нас. Какой-то там улын у Рейнера был, что в предыдущей карте, я так понял, или что там было. Ну, писали, что там что-то не ожидал бы, я так понял, или хз вообще. Вот. Ну что же. Ну и вторая карта. Если Блай сливает, то все. Ну и снизу там Снуд против Нерча бьется. Ютермал на Амшар. Я не знаю, сейчас будут биться или потом. Когда-то. Ну, Блай 17 хата Гаспул. Скорость собачкам. Опа. Третья хата. Ущерб королеве. Второй, кстати, игра делалась. Ничего себе. Интересный билд такой. Рейнер, кстати, хату-то третью не видит, что самое интересное. Блай в тупую пытается править. Ну нафиг. Нафиг грызться-то с собаками, если пробежать хочешь. У Рейнера Evolution Roach Warren, Блай видит это? Нет, ничего, Блай не видит там. Ну и посмотрите, кстати, какой билд Рейнер делает. У Рейнера... О, ребят, посмотрите, у Блая... Ну вот как можно в ЗВЗ вот такое допускать? Ладно, в другом матчапе. 44 лимита, ё-моё. Саплай блок был. Сейчас, правда, Блай подстроил. А, вот хата достроилась. Ну, Блай 600 минералов, 6 оверов вкладывает. Нахрена в 6 оверов-то сейчас делать, не пойму я. Сейчас такая стремительная контратака от Рейнера будет. Блай просто офигеть здесь. Смотрите, сколько собак выходит. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой, бежать назад. Бежать, 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 бежать. Блай, стенку полную надо делать быстрее. Стенку полную, конечно же, Блай не делает. Королева полгода возвращается назад. 2-0, что ли? 2-0 Рейнер, ребята. Это печаль. Что-то Блай подустал сегодня. Ну, хоть на том турике. Третье место Блай занял, между прочим, на ОСС Мастер. Здесь не срослось что-то. Вообще Рейнер убил в хлам, Блай. Просто в хлам. Как можно было стенку не закрыть? Да пусть бы здесь королева стояла. Точку сбора собаками куда-нибудь даль поставил, чтобы они не дохли при преимуществе Рейнера. Здесь все ясно. К сожалению. Даже если Блай отобьется, здесь все ясно, ребят. 38-14 по рабочим. 42-14. В три раза больше рабочих. Печаль полная. Так, что-то там мне говорят. Ребят, как на Твиче стрим идет? Говорят, что-то плохо работает. Как он плохо работает? Ну что, пока Блай сопротивляться собрал. Сейчас я Твич рестартну немножечко.
Что-то там артефакт какие-то были, я так понял. Ну, Light 30 дронов отмазь, слушай, самое удивительное здесь. Но это прям удивительно, как быстро он их отстроил. Но тут, блин, боевой лимит Рейнера уже вперед идет. Роучи в Light 8 делает, конечно. 54-21, у Рейнера плюс один есть еще. Рейнард-то неплох, молодец в последнее время, конечно. Королеву уже Рейнера пришли сюда. Серьезно, говорит Блай, ГГ. Ну что? Интервал на шар тоже, кажется, начали играть уже. Ё-моё. Надо было Ютермала нам шара, мне кажется, смотреть. Ну ладно, давайте рестрим Вардика посмотрим. Как раз мама кофе сделала, попью кофейку. Расслаблюсь. А вы помните про адлоки, поддерживайте меня и мой канал. Премиума подписывайтесь. Ну, по реквизиту писания через плеер поддерживайте, конечно же. Снут нерч, тут 0-0 пока. Так, ну тут нерча прессует, нерч нелепо сливает, как-то собак на бейнах просто. Сейчас и сам снут подслил часть лингов. Три лингов беллинга снут. О-о-о, нерч контрзабеганием 15-16 рабочих снута убил, снут даже не среагировал, от ГГ. Еленя еще в игре, смотрите-ка, бьются до сих пор. Выдают. Somehow Suit has more or less just gotten back in work account. Now I'm not saying he's going to be ahead overall, but it is something. He still does have more gas in the bank, even though okay, Nergio has started an ego chamber upgrade. It's a plus one missiles invested into. I mean that's a bunch of gas that will go somewhere else in the near future. So we are going to be seeing this little bit of a wing fight over here again. Just having a little bit of a skirmish too. Just
wasn't completely dead, which is good to know. Considering that this really did kind of seem as though he was completely dead. He saw his own Evo Chamber in his lair now. He wasn't playing behind on the upgrade. He just has to protect himself against these Wing Bears. Wing Bay now. Which he has started to. He gets two. One of the Bays. Actually, I really thought he was going to get two of them. But now these Bays are going to get more workers. Well, it's not terrible. Across the map at the same time, he does get a few workers of his own. So keeping the work count even-ish. Ways in which he's behind, right? He's starting to take a bit towards the roaches. Привет, Виталикович. Смотрите-ка, восстановился Снут, и нет, еще какой Снут живущий, а? Из такой задницы вылезает. Нет, там какие-то забегания делает странные. Так, королеву с Грыз ушел. Тут тоже какие-то на мэне. Проверяю, что в игре происходит. Ну, ТЛО Рейнер у нас будет полуфинал ЗВЗ. Здесь Нут Нерч, надеюсь, сегодня Ютермал нам Шара 3-0 в колы просто порвал. Я не надеюсь, что он в колы его порвет, конечно, сейчас. Потому что нам Шар норм игрок. Не желаю ему удачи, но надеюсь, что Ютермал все равно выиграет, потому что ЗВЗ 4 не хочется. Точнее, 4 Зерга, 2 полуфинала ЗВЗ и финал ЗВЗ не очень хочется смотреть, если честно. Тем более у Варди Бо 7 финал. Ну, в финале в любом случае, даже если Ютермал дальше пройдет, не факт, что он в финал попадет. Так, ну Нерча там во всю золото добывается, у Снута нету вообще четвертой базы, только сейчас золото ставится, то рабочих побольше. Так, спрыгиваю в игру. Так, тут Нерч все поймал. Похоже, победа Нерча это будет. Здесь все понятно, ребят. Захожу, куда могу зайти, потому что хотел Блая посмотреть, он, к сожалению, проиграл. Протасы имба? Протисы? Ну, сегодня протисы что-то наотлетали все. А, не, в чате еще плюс 2, она плюс 1, ёба. Было. Это дичь. Ну все, протисы. Поехали протисы дальше. Ну против Нерча. Нерч 1-0 повел. Нам Шар с Ютермасом тоже, я так понимаю, уже бьются. Муно of my life пишет. Два европейца месяц друг другу, всем пофигу.
Два европейца месят друг друга, звучит как-то, знаешь ли, в 2017-м не совсем однозначно. Так что, пожалуй, оставим это происшествие. Ну что, смотрим, как два европейца месят друг друга. Что за OSC Points? Так потому что все эти турики OSC-шные, они объединены в один ивент, короче, жесткий. То есть там есть финалы OSC полные, там вообще там, ну там уже тысячи баксов какие-то призовые, как бы. И так здесь достойный вардивикли для еженедельничка такого. Ну это не еженедельник, конечно, но буквально-то группу сыграл и плей-офф, все. Лучше я отборочные прошел, группу, плей-офф, все. Получается. Первое место 300, второе сотка по 50, третье, четвертое получается, да? Вот, также и на OSC CIA Masters Cup, там больше призовой, правда, был, там 400, 200, по-моему, там 1000, по-моему, баков был призовой. Вот, а есть общий турнир, я так понимаю, какой-то еще более сложный. Шутка уходящего года. В 2018 уже не актуально будет. Уже все привыкнут, что это норма, как говорится, в этой там Малышевой передаче. По-моему, откуда это. Ну что, нечего прибегать. Снуту с рабочими здесь отбивать. Вообще, что ли, ни одного дрона не потерял? Один потерян. И здесь ли вообще? Вот этот контроль, я понимаю. Одного линга, одного дрона потерял, 10 собак убил. Как это вообще? А вот так вот, ребят, это Снутецкий, это Царёк, молодежь, короче. Поганая молодежь. Ладно, что-то мне лезет в голову всякое разное. Сейчас. Короче, не будем разгонять. Так. Три дрона минус уснута. Два у нерча. И здесь четыре собаки все еще бегают. Че нерч бегает тут? Пиу, беллинг хотел взорваться. Бах, два. На два беллинга еще четыре линга выманил. Не просто так отдал, а еще два беллинга забрал. Плюс один там и там. У нерча лейр уже почти готов, а уснута только заказан сейчас. Ну, уснута рабочих, правда, побольше. А может, нерч шпиль хочет сделать, мне вот интересно. Ну, газа нету на шпиль. Катастрофически не хватает. Нет, роучем скорость все-таки пошла. Да, шпиляндр пошел на мэни у нерча. Ну, плюс один делается, роуч урон есть, то есть. И, сейчас можно подкопиться немножечко, несколько роучей сделать, несколько реведжеров. Например, 4 пойти оверов убить, показать смогу, что типа роучи дела. И вообще не делать этого. Просто аккуратно масить рабочих, как бы, и ждать там того, что смут будет делать. И ждать, пока шпиль доделается, накопить просто много газа и... Ну, я не знаю, либо несколько муталисков заказать так для подхараса, либо вообще замасить муту нормально. Хотя уснул-то уже гидродент, но не вижу смысла масить, тем более гидродент делается
Ничего себе. Шпиль в 2,5 раза практически дольше делается, чем гидроден. То есть еще гидроден раньше шпиля сейчас доделается. Самое прикольное. Для снута, конечно. Ну что, прилетел нерч к снуту, а снут не готов вообще. 6 дронов минус, снут пошел в контратаку к самому нерчу. Роучи много действительно вперед идет. Здесь эволюшн, чтобы заблочить проход. Где роучи? Нерчат самого, да не роучи, нерча. Ну мута прилетела. И ничего нерч вообще не убил. То оверы висят, смотрите, блин, оверов сбивай, не хочу здесь. Вот, например, овер. Сзади там еще один овер. Снутка ж пытается все отводить. Вон овер висит. Тоже, кстати, идеальная цель. До него никто не достанет в плане прикрытия. Королева точно не достанет до сюда. Третий овер минус. Уже и лимита нерча побольше немножечко. 4 в 4 базы, люркер Дэн у нерча практически готов. У снута есть люркер Дэн вообще, кстати. У нерча есть. И у снута есть, кстати. На одно здание больше у нерча, чем у снута. Это как раз шпиль. 7 люркеров снут. 3 люркера... А, 3 люркера снут. 7 люркеров нерч. Камни решил пробить здесь, чтобы выходить уже было попроще. Через shift роучи бегают тупорезь, часть бьет камни, часть нет, часть тупит. Вот нерч сейчас законтролил, нажал всеми. Ну, нерча задача прийти вот сюда. Люры у него больше, если придет, вкопает, то вообще все хорошо. Снут еще треть делает. Ну, кстати, снут здесь дефит, нормально это направление. Наверх может сюда зайти, вот сюда вкопаться, кстати. Они отсюда почти до хата доставать будут люркеры эти. Если нерч агрессивник. Смотрите, прям наглую сюда пришел. Ну, понял, что позишн number one. Потерял он, короче, позицию. Принимает бой, и нерч просто в хлам убивает все здесь. Какой выгодный размен для нерча был. Просто жесть. Как же люра с плашом делает больно, а? 18 гидралов у нерча заказано. Нужно постоять здесь, подождать, по-моему, немножечко. Перекопался нерч. Минуснул люркера снуту. Ну это как танки сич. Гидра вперед, и тут снут идет вперед. Здесь два люркера на второй, кстати. Есть еще снут, их не хочет перевести сюда, тоже без понятия, если честно. Так, пошла атака со стороны снута. Один люркер у нерча, все был здесь жив и здоров. Какой провал вообще, нерч здесь на муве слился. Гидра обходила... А, гидра еще и без грейда. Гидра обходила, короче, там на четвертую базу к снуту. Снут все копает, гидра лиски чудом вообще отсюда ушли. Но лимит у нерча все равно нормальный, одинаковый, так считаю, с снутом. У снута, правда, хайфа плюс 3 уже грейд пошел, а у нерча что? У нерча хайва нет здесь и в помине. Но у нерча...
Чья броня есть, если у него грейд больше в данный момент, по крайней мере. Вот этот крайне важный грейд на ядру не доделан был. Хрена себе. Агент Blizzard просто мне вылез и говорит обновляться давай. Оборзевшая вообще существо, блин, чуть игру не заруинило. Здесь все повисло вообще наглухо. Хорошая фаербол от Нерча, но мало в Леру не хватило. Ну, Снут понял, что его маловато здесь и уходит. Ну, это два топовых игрока, топовых ЗВЗ-шера европейских. Видите, какой уровень игры. Просто нереальный, как бы, то есть оба пушат, но оба и живут при этом. А Нерч молниеносную какую-то контратаку пытается здесь предпринять. Кстати, у него мало пришло. Достаточно. И здесь демеджина еще не слабо все. Можно и не уйти будет ему. Нерчу, я имею в виду. Так, то есть Нерч собирается и туда, и сюда. Что это он делает вообще? Надо здесь скопить. И если хочет Нерч сделать грамотно, надо синхрон, да, вот сюда прийти. Здесь, ну-то, отвлечь получается немножечко. Блин, ну вот Нерч вот нагло, но четко. Пришел на третью, просто выносит здесь рабочих, выносит здесь все. Той группы ушел. Почему той группы ушел, я еще не понял вообще даже. Хата, правда, выжила. Ну не сказать это для Нерча выгодным разменом. Вообще не назвать никак это выгодным разменом. Опять там забегание пошло. Здесь клетки перекапываются. У Нерча только они вкапывают. Сейчас все погибнут, у кого вообще закопаются. Он идет вперед в контратаку. Вот одна вкопалась и один удар успела сделать. Это вы бред вообще. Уснутого и пирята здесь. Роуч очень много в дозаказе. А Нерч на муви гидро идет и сливается на муви просто. Ну, кстати, отобьется, по-моему. Не поражает. Нерч отбивается. Еще и по лимиту умудряется в плюсе здесь пребывать. Что самое интересное. Правда, у Снута все абсолютно базы живы. Ну, рабочих даже больше у Нерча осталось, что самое удивительное. Но по-боевому проседает. Но по-боевому может Люра сейчас поменять все вообще в этой игре. Нерч убегает в бух. Надо дать люркерам своим здесь сделаться. И не надо всех роучи сливать в хлам. Здесь 5 люркеров от нерчовских пошли. Куда они пошли-то вообще? Сейчас Нут вернется всеми и убьет. О, гидралис полетел. Просто 5 роучей пришел, отдал. Зачем, Нерч, ты это делаешь? Объясни мне. Ну что-то Нерч какой-то бред начал делать, честно. Не, ну это победа Снута, что-то вообще непонятно сделал. Зачем 5 люркеров было отдавать, непонятно. Здесь бы дефился, просто роучами бегал бы, развлекал бы, а Лерой дефился и копил бы ее. Потом бы сделал бы крит-маску Лерой, да убил бы, пошел бы. Дефился, нет?
Ну что, Снуд Нерчуга, вторая, третья карта вообще. Погнали. Так, ну что же, ребят. Нерч Снуд у нас здесь бьется. Карта третья. Blackpink называется. На... Черно-розовый. Почему-то не переведено в русской версии, не знаю почему. Вот. Где здесь черный и розовый? Я тоже хрен знает на этой карте. Особо-то не видно что-то фиолетовых, кроме этих полосок. Ну и позиция 1:07 получается. Снуд у нас на 7 нерч на часе дня. И хриспы такие. Ну и 17-й хаты Гаспулы в скорость собачка мы в 3-ю хаты. Были сыграны. Но Коснут заказал собак больше. 6, по-моему. А Нерч не стал собак делать. Нерч 2 всего сделал. И он, конечно же, сейчас проседает здесь по лимиту. Несколько. Вот здесь королева одна была, б собак 6, ее бы быстро распальтушили бы, сгрызли. Но собаки 2 там подбежало, прикрыли королеву. Все, ребят, уснуту скорость готова. Нерча тоже доделался. Скорость не намного позже. Вот что Снуд бегает мимо собак, не знаю. Она через оклик побежал, да сгрыз бы ее. Ну и больше боевого Снуд сейчас делает, чем Нерч. Показывает, что типа под пуш делает. А... Ну и собирается остановиться здесь. А на самом деле это большой пуш. Здесь он точка сбора на мейн. Или это ошибочная точка сбора от Снута была. Я даже не понимаю, честно, пока. Наверное, ошибочный, раз он так взял спешник. Я думал, Снуд хочет показать, что он... Все, сейчас, типа, собак, останавливаю продакшн. И можно было еще показательно сюда парочку дронов перевести. Типа, дроны приехали, а потом они с мейном. Как? Выбежали вы, например? Фу, жесть какая-то. Просто жесть. Короче, Снуд и... Королеву убил, хату-то догрызи. Во! Догрыз хату, еще и трилинга свалить умудрилась. Но это для Нерча провальное начало, что и говорить. Это южнокорейская герл-группа. Будем знать. Спасибо за информацию. Антмурм. Как написали бы.
Корейский макрощёл. Так не буду переводить, понятно. Хата восстанавливается, ребята, у Нерча. Но пока она восстановится, тут он еще и пушить принялся. Но если Снут выдержит, то вообще в порядке все будет у него. А, хорошо, Бэлинг Нерча взрывается, смотрите. Но новый прирост Снута лингов выходит. Ну, хороший прирост. Нерч сам своими всеми лингами королеву... Ой, этот Бэлинга зачем-то грыз. Он доморфился и в итоге... Ну, точнее, он уже готовый был, он даже не морфился. Ну, и Бэлинг минуснул собак всех. Так, забегание от Снутецкого пошло. Нерч понял, кажется, что идет забегание и возвращается сам назад. Так, везде подгрыз, везде движуха. Собаки накидываются на королев, королевы падают. Снут грызет, Снута больше, 20 на 13 по лимиту. Нерч сам к Снуту зашел, Снут все нафиг взорвал одним бейном. Царь увидел, куда правильно надо взорваться, чтобы все погибло. И здесь продолжает грызть, похоже, это победа Снута 2-1. А ведь 0-1 он начал, да? И у Нерча аж бомбануло. Не любит Нерч, когда 1-0 ведет, гениальный Нерч. А потом его камбэчат и приходится ему писать ГГ. Сразу пошел искать какой-то он этот ладера матч. Ну что, полуфиналы и финал, ребят, сейчас будут. Не знаю, какой первый, какой второй. Но здесь уже не все зеркалки, это точно будут. Так, ну можно переименовать уже, что это ТЛО БС Рейнар. Одна, вторая, запятая, БО-5. Вот такие вот дела. Начинаю черкать, пацаны, отлично.
Ребята, убогие, мы ждали всего этого весь день. Я спал 6 часов, встал бегом, бегал с Чарликом, гулял, стримил весь турнир RSC Masters, потом бегал в садик за Машей, чтобы узнать, что вот что оказывается у нас тут в сетке-то творится, ребятки. Ничто иное, как... 3 ЗВЗ мы сейчас посмотрим. Рейнер ТЛО, Амшар Снут и финалы Бусейн. Ну, ЗВЗ, как говорится, много не бывает лучшего матчапа в мире. Поэтому ждем начала, соответственно, ребят. А начало будет прямо сейчас. Так, ну ждем карту. Что-то долго они как-то начинают, ребят. Ну, жду хоста от Варди.
Опять неразбериха какая-то. Сразу что-то людей поубавилось, как увидели, какие у нас матчапы будут сейчас дальше. Так, пошел онлайн. Так, с рекламу пиляю. Рейнер ТЛУ, ребят, наконец-то игры начинаются. Хоть что-то посмотреть, хоть ЗВЗ, но ЗВЗ хорошего очень уровня у нас сейчас будет, что и не говори. Гуфу искать, ну Гуфу искать там так себе сегодня. Ну а завтра, кстати... Так, погодите-ка, а что завтра-то у нас? Завтра южнокорейский ИЕМ квалификация. Ничего себе, в 12 оказывается дня. А кто его стримить будет, интересно. Будет стрим это вообще? ESL SK2. Ну, я думаю, корейские-то должны стримить, по идее. Ну, посмотрим, посмотрим. Что там будут, они стримить или не будут. Здесь БО-5 у нас, Рейнор ТЛО. Я думаю, ТЛО фаворит, ТЛО вообще шоу-тайм, шоу-тайму неожиданно 2-0 ушатал, значит тренится, значит молодец. Так, ну что, движуха тут начинается. Прибегают два линга Рейнера сюда. У ТВО как-то более поздние собаки получились. Ну, потому что Рейнер пул первый играл, как вы видите, с поздним газом. А ТЛО играл 17-ю хату газку. У него почти одновременно королева появились. Ну, чуть позже. Вторая пушхата чуть позже достроилась, соответственно. Пошел Беллинг Нест. Прямо на кирпичах. Как в Дюне, да? Помните в Дюне? Вот. Такие подставки делались. Так и под Беллинг Нест. У него ХП не желтое должно быть. Я недавно с друзьями сидел даже. Ну, ютубчики поставил прохождение. Дюны поставили, смотрели.
Так, вот его куда-то линги вперед. О! Это не линги, это, простите, это дроны, ребят. У Рейнера 2 эволюшена Роуч Ворон. Сзади королевы. Две плетки Рейнер ставит. Он увидел, что дроны ТЛО поехали. И он понимает, что это... Что это агрессия очень жесткая. Так, надо плетки ставить чуть поодаль. Да, их лучше поставить, потому что... Иначе достанут там на них фишки Рейнера, которые строятся сейчас. Слушайте, а как будет с этим? Так, не надо взрывать Бэйна в здание. Сейчас, сейчас брудлинги выскочат. Надо брудлингов минуснуть. ТЛО заходит на мейн. Собаки еще здесь прибегают. Часть лингов сзади. В ТУ там стоит точка сбора. Сюда не надо забегать. Бэйлинки делаются. Смотрите-ка. Проход ТЛО пробил. Сейчас плетки выкопаются. Пойдут прямо вперед. Собаки падают. Плеточки ТЛО расставляют. Бэйнов явно не хватит. Три королевы, две пушки. И роучи штук 8 у Рейнера. Это, по-моему, победа итальянского молодого зерга. Уже очевидно. Здесь, смотрите, пушки. Блин, такого ЗВЗ я вообще не видел еще пока. Пушки друг друга клюют с разных сторон. Собаки брудлинги на пушку накинулись. Она здесь без крипа может погибнуть. Но в итоге все-таки Рейнер ее минуснул. У него лейер есть. Он восстанавливает Роуч Ворон. Плюс один пошел грейд. ТЛО, кстати, по рабочим близок. Но и хаты по две. Но у Рейнера технологии лучше вообще. Так, шпиль делается у Рейнера. Идет на третий какая-то движуха. У ТЛО сейчас небольшая. Ну, Рейнер сейчас роучи замасит. Я не знаю, вот зачем. Вот, ладно, как бы я понимаю, если там отставание какое-то. Шпиль там это норма. Зачем в такой-то игре шпиль делать? Плюс один сделай, роучи сделай со скоростью, намазь, убей. Но здесь маслинги у оппонента. Ну зачем такой фигнёй заниматься? Ты вот собак столько замасил, ну ворваться-то сюда без шансов. Бэйнов очень много делает, прям под Рейнера овером, кстати. Нет, хату Рейнер отменил, молодец. ТЛО вообще улынет здесь. Ну, в такой ситуации шпиль может зайти. Делаются роучи. Роучи много очень делается у Рейнера. Надо плетки бы трансфьюзить бы, конечно, побольше. Плетки трансфьюзятся, роучи выходят, либо выходят. Плетка долго очень жила. ТЛО забуксовала. Тут атака явно. И 1-0 Рейнер, короче, ребят. Так, инвайт пошел, пошли.
Так, ну что же. Трейнер что-то сегодня шатает всех. Уже зашатал Блай, и теперь с ТЛО успешно борется, я как посмотрю. Второй у нас матч будет Ютермал против... А, вру, Намкшар Смут у нас будет. Вот какой второй матч. Ну что же. Намкшар Смут, я предвижу жесткую мутату просто. Там роучи-роучи долгую. Может быть, я не прав, конечно. Хотелось бы, чтобы Рейнер проходил. Рейнер хоть не стандарт играет, а агрессию часто какую-то там... Рейнер раньше тираном был. Ну, воля, да, в первой части был тираном, во второй в ходе Керриган стала зергом. Вот. Он ее все добивался, добивался, как бы, а она опять зергом стала. Но он решил, буду зергом, еще, блин. Может, так прокатит, короче. Может, так подкачу норм. А теперь StarCraft, видишь, играет. Плюс зергом бухать не надо, вискарь как бы и так вставляет нормально. Так, 25-23 в пользу Рейнера по рабочим. Ну, тылово собачек добавил побольше вообще. Ну что, ТЛО, окружатель хренов. Окружил всех четырех, посмотрите. Ну ТЛО в плане контроля молодец всегда был. То есть он здесь очень четко прочувствовал ситуацию, что... Ну вот если бы, правда, скорость доделалась чуть раньше у Рейнера, он бы вообще бы ТЛО мог собак не убить, как бы, нисколько. Потому что, ну, тогда они просто мимо убежали. Но он решил рискнуть и забрить всех, то есть по скиллу подействовать. И забрил всех, молодец. Начинается пуш, ребят, от ТЛО. Пуш серьезный. Веллингов никак не может Рейнер законтрить. Взорвалось немало рабочих сейчас, а именно 5 штук. И продолжаются движения. ТЛО здесь идет вперед. Рейнер в обороне. 7 уже дронов минуснул. 8 дронов уже ТЛО минуснул. 2 Веллингов 3 разменивают. Хорошие размены от ТЛО идут. Ну, все стягивает он все назад. Ставит Роуч Ворон, да. У Рейдера, кстати, чуть больше боевого, у него много собак за костюм собирается, ТЛО пушит здесь, очевидно, да? А ТЛО прям сразу в контр забегание поломился. В чем так, Рейнеру хак просто возьмет, отдаст, что ли? Двумя или тремя лингами еще с Рейнером на халяву двух беллингов выманил, потому что ТЛО через оклик, они идут вперед. 2 в 2 размен от ТЛО. Собачки накидываются. Рейнеровский на королеву. На вторую королеву. Ух, хорошо, как Рейнер фейлингом сейчас. Офигеть просто. Что Рейнер делает вообще, что я не понимаю. Он что, крутой, что ли, гангстер? Я не понимаю. Смотрите, как он развел, расконтролил ТЛО. Лимита боевого больше, но собаки дома почему-то стоят. Что они дома-то стоят? Ладно, если бы улынил, сам главное рабочих строит. Сейчас в такой ситуации надо всех сюда было подтягивать, а не стоять дома. Как мне показалось. Ну, может, мне показалось, конечно.
Так, ну отбился Рейнер, да он, смотрите, с тылу проваливает сейчас свой пуш просто с роучими лингами. И Рейнер уже в плюсе по лимиту, причем это в основном-то боевой лимит. А у ТЛО что? У ТЛО 0 бейлингов на данный момент есть. 3 роуча плетка на третьей базе. И Рейнер просто забегает сейчас с собачками, райт-кликом в хату ее сбривает. А надо ли было именно хату сбривать? Мне показалось, может быть, лучше роучи сгрызть, но пока обгрыз роучи, Рейнер у бейлинги бы доделались, и хату навряд ли бы он сгрыз бы. И посмотрите, у Рейнера плюс один, у Рейнера по дронам сравнялся, по боевому в плюсе уже в очевидном. Собак на карте 31, 7 роучи есть, сейчас еще на плюс один, похоже, пуш вперед пойдет или нет. Так, собаки рейнерские что-то бегают здесь везде. Ну зачем, блин, сливать лингов, бейлингов? Было 30 собак, можно прессовать, пушить было спокойно, блин. Рейнер взял, что-то отдался, не понять чего, как бы. Так, два дрона здесь, три... Так, третий вот съест. Да, три дрона на второй тем временем съел остатком лингов. На мейне, кстати, какой-то... Как будто бейнов забегание было или что это, я даже не знаю. У ТЛО скорость роучем пошла, у Рейнера еще не заказана, вот только сейчас будет она заказана. Но 55-22 по боевому, я извиняюсь, это замечательно для Рейнера. Но где же плюс 2? Вот там 2 эволюшн работает, а Рейнер вот только сейчас плюс 2 заказал. Ну я не знаю, будет ли он тайминг какой-то исполнять. Вообще логично, чтобы да, что-то он сделал здесь таймингово. Еще одного овера ТЛО сбрил. Продакшн даже лучше как бы у Рейнера, чем у ТЛО сейчас. Залетает оверсир, ты его увидишь, что что-то много роучи на третьей стоит. Понимает, что Рейнер может резко ломануться вперед в любой момент. И он это делает прямо сейчас. И еще Рейнер и королевами здесь овера срезал одного ТЛО. Сколько он уже оверов-то подрезал ему? 3 подрезал. Это вот только что было за небольшой отрезок времени было сделано все. Ну, Рейнер под плюс 1 ТЛО придет. Как бы, навряд ли он убьет, конечно, оппонента своего. Хотя 30 роучей, знаете ли, это опасно. Тем более у него 4-й, ему не надо ломиться-то прямо улынить здесь. То есть ему можно 4-ю попробовать убить, как бы ТЛО, и у него все в порядке будет. Хотя ТЛО сейчас так намасился, удивительно, что даже опередил Рейнера. Ну, у Рейнера Люркер Дэн, у Рейнера все в порядке, да. Приходит Рейнарок. Все, скорость там и там готова, я так понимаю. Дал сейчас ТЛО отступить, и надо сваливать нафиг отсюда. Не надо Рейнеру здесь купить, ломиться, что-то там. Вот оверов ТЛО начал подрезать, которых видит рядом. Кстати, королеву можно раз, королеву можно два, им нельзя. 3 королевы, Рейнер. Маленький какой, а королев так чпокнул всех, да? 3 просто подряд, роучами своими. Выдает. Короче, 4-я база здесь есть, 67 дронов. Все четко, все везде добывается. Люркерден почти готов. Гидры, правда, нет. У Рейнера, я так понял. А, не, есть гидра, что я вру-то. Вот гидра. И здесь, кстати, овер рядом висит, можно было бы сбрить, попробовать. Потери в этой игре суммарные. У ТЛО повыше потери, конечно, чем у Рейнера. Трейнер фигово, что не контролит. Сейчас за контрзабегание может зайти. Но если сейчас просто вот здесь пару люркеров запереть, то контрзабегание может провалиться просто, по-моему. Так, заходит роучи ТЛОшника сюда. Гидра просто мимо бежит на муви, сливаются гидралы. Рейнер всеми на муви бежит, тут со всех сторон что-то. Часть в реводжерах уже втыкнул в юнитов просто. Реводжеры пытаются вступить, ТЛО уводит как бы часть своих и реводжеров, и роучи, и всего-всего. По минеральной линии здесь накидал. Ну, Рейнер быстро, кстати, ТЛО принял.
Хэллоу пытается на третью зайти. Здесь уже Люра, кстати, есть. Но против Люры вообще нечего ловить здесь Хэллоу. Рейнер фокусит Тревожера. Блин, везде успевает контролить чертяга. На центре словил два Реводжера. Это 2-0 в пользу Рейнера, очевидное. Молодой, то сегодня ударил. Лая 2-0 минуснул, его 2-0 уже ведет. Может, конечно, его и закомбэщить, но... 2-0 всегда тяжело. С 0-2, точнее, всегда тяжело комбэщить, ребят, сами понимаете. Так, Люкеров перевел немножко от фаерболов. Рейнер. Ну и все, здесь-то его вообще нечем ответить. Он даже просто под армией Рейнера развалился, не говоря уже о наличии в этой армии люкеров. Ну, ТЛО всегда гигантский АПМ, он, может быть, какими-то макросами пользуется, плюс у него... Так, рекламу пилю, помните про адлоки, поддерживайте меня и мой канал, по возможности, ребят. Плюс у него... Он зажимает, он часто на дозаказ, а когда зажимаешь, там АПМ просто нереальный получается. У многих зергов АПМ. У зергов вообще в среднем АПМ лучше, чем у других рас, потому что у них прирост просто... Ты просто берешь, S собак хочет заказать, S и Z зажимаешь по максимуму, если. И на все минералы, что у тебя есть, если supply блока нет, все личинки просто заказываются. Вот, собственно, и все, что происходит.
Ну что, ребят, третья карта Рейнер ТЛО, оба 17-ю хату Газпул играют, насколько я вижу. Блэкпинк карта у нас, оказывается. Теперь я понял, почему не переведена. Сообщили мне знатоки, что это... А уже я вспомнил, что и до этого кто-то говорил про это, просто я забыл. Блэкпинк это корейская группа девичья попсятина, короче, корейская вот эта, которую, бывает, ставят они на турнирах своих. Вот такие вот дела. Ну что, ребят? Линга Беллинга прессинг от Рейнера идет на третью базу ТЛО. Бейны взрываются. Пытается третью отменить. Больше Рейнера по боевому лимиту. Здесь это очевидно сейчас становится. Ну что-то Беллинга всех слил. И в итоге так. Бейнов тупо нет. Ой-ой-ой. Ну Рейнер четко контролит. Конечно, молодец. Королеву пытается забрать. Ничего не пытается. Пытается... На 10 рабочих отставания. Провал только что сейчас был. Взорвал ТЛО Рейнеру просто нереально много бейлингом лингов своим. Пытается ТЛО дожать в ответку. Ну, что-то мне кажется, что навряд ли он дожмет. Здесь в ответку Рейнера Бейн взрывается. Ну, по рабочим, кстати, сравнялся. Вот если сейчас это не досадный взрыв собак на отступлении, то у Рейнера вообще все бы было прекрасно. Макросы. Слушай, ну говорят, разрешены, кто-то говорил там, не знаю. Может, не макросы, а рапидфайры какие-то просто вот эти, которые разрешенные. Я просто толком так и не... Ну, я понимаю, что макрос, когда несколько действий подряд на одну кнопку, блиндишь ты его. Вроде как запрещено, но я вот спрошу как-то давно, уже было Блай, говорит, что-то Блай говорил, что что-то там разрешено, не знаю, кого. Я вообще хоть все разрешено, не разрешено. Так, опять ответка от Рейнера полетела. Трансьюзит морщащегося Беллинга, ты его увидели вообще? Да, трансьюзил морщащегося Беллинга. Скиллуха, ё-моё, но все равно Рейнер его сгрыз, но... Потерял вообще юнитов много и пуш забуксовал. Так, еще пачка лингов вперед побежала. Так, одного роуч перехватил Рейнер, которого ТЛО здесь начал подвел. Морфил из него реведжера. Еще один роуч вообще на муви слился. Так, ну Рейнер на контр забегание, двух королев минуснул, и третью сейчас можно минуснуть попытаться. Кстати, и третью, и четвертую можно попытаться минуснуть. Нет, только на третью хватит силы, даже третья выжила еле-еле, чудом каким-то. ТЛО на 20 лимита больше, где вообще этот весь лимит, правда, не понимаю я. Сейчас понятно стало, он подходит, чуть-чуть растянут на карте, плюс королевы там есть в этом лимите. У Рейнера 7 роучей строятся на грани, на самом деле здесь бой идет. У Рейнера меньше, но у него есть шанс отбиться небольшой, конечно. Сейчас вот 7 роучей выйдут прирост. Так, трансфузы будут? Нет, трансфузов. Один трансфуз там был. У Рейнера он сейчас выбрал трансфузы сразу роучи этим трансфузом. Так, ну ты его забуксовал. Пуш, смотрите, роучи еще отдал одного.
Ну вот ТЛО, посмотрите, у ТЛО больше рабочих на 6. У ТЛО есть плюс 1, а у Рейнера нет. И, в общем-то, какие перспективы здесь у Рейнера, чтобы подбиться, я даже не знаю. Роучи Реваджер на Роучи Реваджеров. Более слабая экономика и без плюс 1. Ну, шанс на то, что боевого здесь будет. Бою больше у Рейнера. ГГ ТЛО пишет. Смотрите, у ТЛО бомбануло реально. У него бомбануло. Посмотрите ситуацию. Его больше было сейчас на десятку лимита почти. А он взял и бомба... Ну, с другой стороны, он пушил. У него армия растянута. То есть, здесь-то навряд ли бы он пробил. Они бы вровень разменялись. То есть, это в плюс Рейнеру было. Но, с другой-то стороны, отступить можно было просто. Но ТЛО решил, что тут нахрен париться. 0-3 и свободен. Пошел... Пошел месить других европейцев, короче. Вот. Ну что, Намшар снут сейчас у нас будет матч. Второй ждем его. Вечер Евро ЗВЗ сегодня, как бывало на Гоф ОСК. Не думал я, что здесь будет, но это произошло. Опять сраный, короче, этот агент не Близзардовский что-то хочет там навязать, но потом обновлю.
Так, ну что там? Снуп-то с Намшара. Намшара АФКшит теперь, да ёп. Чё он там за АФКшит сегодня все? Кто АФКшит? Кто чё, блин? Так, гу-гу, все, Намшар пришел, ток-ток, гу-гу, Ветос, блин. Так, ребят. Ну-ка, аптец, что-то в том жарко уже. А кто тут приуныл на подоконнике такой, а? Это Чарльчик, пёстик. Пёстик. Барбосик. Что там? Ну что ты? Бро-пёс, бро-пёс. Реддок Бассет подписался на премиум. Спасибо, Реддок Бассет. Вот у нас тут тоже док один сидит. Это док, это Чарлик док. Так, прыгаю в первую карту, пацаны, пока пишу другие. Фух. Рекламу пильну еще раз.
Так, ну что, все здесь. Спасибо, короче, всем за премиум и за поддержку, ребят. Снут нам шар начинается. Игра на второй полуфинал, соответственно. ЗВЗ. Сколько подустал я уже сегодня, ребят. С 12 часов дня идет стрим. Стрим не выключался при этом всем даже. Вот. Игра приостановлена. Ну что, готов продолжать. Пацаны готовы продолжать. Поехали. Возобновлена. Ну что, ребята, 17-я хата Гаспул у Снута, 17-я хата Гаспул у Намшара, одинаковые билды, катализатор у нас первая карта, соответственно, здесь, вот. Красный Снут у нас на 5, Намшар на 11, синий, шведско-норвежская дуэль, вот, и... Конечно же, фаворит здесь Снут, потому что он очень круто играет в принципе. Да, у него есть проблемы некоторые, да, он иногда засиживается. Но в целом это один из лучших игроков европейских, который и с корейцами на уровне неплохо, ну, играет зачастую на одном. Обыграл он же Нерча сегодня, тоже очень крутого европейского игрока. Хотя, конечно, Снут с Нерчом уступили сейчас свои... Немножечко позиции на фоне другого скандинавского игрока Сирала Снут. И поляк, более молодой Нерча, подсидел Тейлейзер. Он очень-очень круто сейчас играет вообще. Так. За 10 лет ни разу не светал Razer Synapse. Я вообще хз, что это, дрова или сама мышка, но вообще нам шар про геймер StarCraft. И он играет, они, ну, в день просто там столько кликов идет и всего, что вполне возможно у него слетает, а ты просто тыкаешь, сидишь, допустим. Потому что когда у нас Razer был в Roxy спонсор, у меня два за год даже меньше, чуть-чуть, два Абизуса Рейзера накрылись клики, у Абера вообще Императора 2 сломалось просто. Когда тренишься, совершенно другая нагрузка идет. Неужели не направить дрон? Смотрите, какая позиция для дрона. Вот как он сюда, блядь? Ну что, это первый StarCraft какой-то, я не знаю. Как он сюда ездит-то так? Все равно ездит сюда. Баг какой-то небольшой.
Ну что, Снуд пытается под пуш нам шару сделать. Его больше лимита на серьезное количество сейчас. Так, 4 Бэйна делает. Сейчас вперед пойдут Бэйны, кстати. Здесь Снуд пытается лингами Бэйлингов разводить, убивать. Собаки выходят от Снуда. По 5 Бэйлингов идет к рабочим нам шару. Ну, 4 минус дрона и 1 Бэйн на мэй зашел. Неужели в центр не вкатиться? Зачем крайних-то, я не понимаю, жрать? В это время Снуд продолжает на третьей базе Намшара тут убивать. И ведь убивает же чертяга. На мэйн можно ворваться, там же демедженные рабочие. Что ж ты, Снуд, сдал назад-то? Вот тремя плингами забежал и сгрыз бы 3 дрона где-нибудь. Может, и все 4 бы успел забрать бы. Здесь Бейлинга развел, на Бейлинга нам шара бьется, собак меньше, здесь еще королева. Конечно же, пробить просто ничего Снуд не может при этом всем. Тут что сейчас Снуд не детонировал Бейлинга? Вот, хороший взрыв, срок взорвался царски. В итоге продолжает биться, все еще больше боевого, и пуш не останавливается. Вот чтоб Снуд так СЗ зажимал, я давным-давно не видел. Снуд демонстрирует, что может так тоже делать, но... Это не в его стиле обычно, вот такие игры, как сейчас мы видим. Разводит Бейлингов везде. Ну, с третьей собакой убежали, может, надо было их сразу перетянуть в бой, не знаю, мне показалось так. Ну, тут виднее было. 4 дрона. Вот только сейчас Снуд дронов пытается отстраивать. Ох, как... А что нам сейчас творить-то? Не понял. Бейны взрываются. Там и там просто пачками, блин, бейлинги взрываются. Ну, частью собачек пытается на мейн прорваться. 2 бейлинга в королеву катилось. Здесь нам шар все принял. 60 на 44 в пользу нам шара по лимиту. Похоже на 1-0. А здесь дрон предательски все сзади добывает. Но от физического, может быть, как-то и на программу повлияло. Если там кнопки, например, бендятся, они задрочены уже. Вполне возможно. Ох, хорошо, как Бейлингами Снуд встретил. Вот взять Снуда, например, посмотрите, только что он отставал по лимиту нереально, а тут уже почти сравнялся. Намшар продолжает пушить и 5 дронов забрал Снуту, а сам 10 заказал. Снуд тоже 9 заказал. 49-32, Снуд ни разу не догонит здесь по рабочим Намшарам. А здесь еще Бейлинг встал, удает Намшар. Взял, встал, можно еще дрон забрать было. И задемажить еще одного. А Снута забегание идет на третий к Намшарам. Здесь он готов Намшар. Любым забеганием. Так, ну Намшар соединил базы своей крипом вообще. Плюс один у него делается, скорость роучем делается. Плюс один и скорость раньше. Лимита больше, у Снута только сейчас заказывают. Ну, плюс один он заказал, и только сейчас Лэр доделался. Ну, почему-то он скорость вообще не делает роучем пока. У него сотки газа нет просто, вы видите. Так, а Намшар уже в пуш пришел к Снуту. 6 роучи идут на третью, там даль. Начал нам шар давить. Плюс один еще нет, но он и без плюс один готов здесь Снута задавить просто. Как выясняется. Ну, готов, в смысле, в моральном плане. А вот что-то в плане боевого лимита не срослось немножечко. Собак не строил в дотекание просто, блин. Заказывает каких-то роучей дома еще.
и скорость только-только доделалась. Плюс один тоже поздно доделался. Вот. Скоординировался с грейдами своим намшар. Может быть, что-то и получилось бы, но не скоординировал. Зато плюс два здесь, плюс один. Вот, ну, кстати, полемик почти вровень пошел с намшаром, что самое удивительное. Но мув только сейчас роу, чем заказал. И боевого уснута больше, но по рабочему отставанию есть. Там четвертая хата. Не знаю, у меня сильные сомнения, что снут намшара может догнать в этой игре. Потому что намшар пока все четко делает. Реводеры появились уже. Сейчас снут саплай блоки потерпит некоторое время. Намшар, правда, кидает криво фаерболу. Еще два реводера делает. Зачем? Чтобы больше фаерболов в овер кинуть. Так, все-таки забрал нам шар овера. Здесь королева добьет, скорее всего. Даже фаерболом добил. Три овера нам шар снут забрал. 156, 134 по лимиту. Выход делает. Плюс два раньше, чем у снута. Ой, снут намшара, как неприятно свою здесь. У намшара все на муве где-то ходит вообще. Лимита боевого больше. Ну где этот весь лимит-то? Не видно его что-то. Так, снут уже в контратаку, пытается пойти. Камни намшар очень четко завалил. Ой, снут развалился здесь хлам вообще. 183-131, но это точно 1-0. Пусть нам шар. Сейчас еще плюс 2 через 10 секунд подъезжает. ГГ, снут пишет. Ну, нам шар вообще хорошо отыграл вот эту первую карту. Ну, расслабляется со снутом и стоит. 417-419. Лимиты у нас тут оказались. Ой, не лимиты, БПМ. Прикольно, почти одинаковые. Два разницы. Ну что, нам шар 1-0, ребята.
Так, ну что же. Турецкие помидоры, предупреждение сразу. Не надо тут политотить. Короче, этот... 17-я хата пул у Намшара, ребят. Карта Неоновая площадь, между прочим. И третья хата пошла до готовности пула. Карманная и королева все будут заказаны. А уснут стандартная 17-я хата Гаспул с мумом. Единственное, что меня здесь беспокоит очень сильно, то что, ребят, здесь стенку надо гигантскую делать. Так, Сеня 89, это не группа, это плей-офф, может сетку дайте посмотреть. A new queen has emerged. Так, нет, я сам так быстро реагировал. Я же быстрая рука. Дикого Запада, Good Game, самое. Ну что, ребят, тут пытается фрисануть нам шара. Тут криптумор стоит так, что... Ну что за днище гейминг? Хотя здесь королева все еще блочит. Одна падает, но дальше вроде как отбился вообще. Меня это Валюш на газ назад рабочий писал. Один из дронов заказан. Два роуч ворона. Слушайте, либо это перестраховочная, либо это с закупкой будет билд вообще. Так, уснуто плюс один уже долго-долго делается. На третью дронов он строит. Лейера, кстати, нет. Уж не какой-то ли это пуш под плюс один. Да, и подозрительно 7 роущей здесь построено, если честно. В заказе, точнее, они. Вот, ну, нам шара прям реально намного больше рабочих сейчас будет. Плюс еще 8 какая-то выйдет вообще. Нет, к сожалению... К сожалению, Варди Викли сложил, Варди Инвитейшнл сложился так, что было в плей-оффе 6 зергов из 8, и был шоу-тайм и утермал. Но каким-то, ну, ТЛО шоу-тайм мы видели, часть вторую игру, по крайней мере. ТЛО сверхагрессивно сыграл, две игры мы даже видели, и убил шоу-тайм. Ну, короче, две игры играл агрессивно и убил его, чего я, конечно же, совсем не ожидал. А вот как нам Шарсли убил этого Ютермала, я не знаю. Сегодня Ютермал днем нам Шара 3-0 убил как днище просто полное. Либо Ютермал как-то на расслабоне играл, либо же что-то мы там не видели, как бы. Либо же нам Шар умеет подстраиваться. Значит, он крутой реальный игрок. Так, выход от Снута идет. На третью отметь, четвертую отметь, точнее, не знаю, зачем смысл за нее уже драться-то нам Шару будет. Плюс один есть, плюс один нет еще даже пока. Не, ну тут снуто реально дофига. Надо уйти за застройку. Сюда, за свою нам шару. Фаербулы падают. Реваджера не мешало б назад немножко отвести. Снут бьет Evolution. Да не тот, в котором грейд делается. Но этот проще центральный фокуснуть, чем сбоку. Сбоку всеми юнитами не прайт-кликаешь. По своему оверу тут нам шар фаерболит, аккуратнее надо быть. Смотрите-ка, нам шар отковырялся, так еще он и в плюсе, самое удивительное, оказывается.
скорость уже готова роучем. А у Снута, между прочим, только-только начала делаться. У Снута броня делается, нам шара плюс 2 закон, 4 хата, стандартно все. Можно походить оверов, попытаться половить каких-то. Так, нам шар куда-то и побежал. Куда он побежал? Ну, как минимум, можно овера вот этого убить. Сейчас. Что нам шар и делает? Саплай-блок Снуту делает он. Может зайти на ХГ попытаться слайд, а, но это его самого овер. А нет, это не его овер, с Снутом овер улетел. Так, здесь собаки забегают, а стеночка-то имеет место быть, имеется в наличии, что называется. Так, а собачки куда денутся-то отсюда? Им некуда уже деться-то. Нам шар, ну дает. Пришлось пробить свой эволюшн, чтобы внутрь пройти. Снуп понял, что нам шар, походу, не будет оббегать вокруг сверху. Здесь нам шар прикольно лингов Снуту отгонять. Ну и плюс 2 у нам шара раньше будет, кстати говоря. Имело бы смысл, мне кажется, заново там эволюшн восстановить на том направлении, чтобы было проще отбиваться. Нам шар пошел сам в агрессию. Снута гонит сейчас, уворачивается от всех фаербулов. Пока грейды 1-1 в одну атаку нам шара, сколько Снута лучше грейды. Нам шар побеждал, что он свалил-то, я чуть не понял. Сейчас плюс 2 тем более будет скоро. На плюс 2-то можно и нужно уже вперед было бы пойти. Так, подземный мув, скорость. Все, плюс 2 доделается у нам шара грейд. Занимает позицию для драки против Снута. Ну тут фаерболов много, битва не будет, чисто в лопасти. Надо встать так, чтобы хату просто забрать Снуту сейчас. Не знаю, что нам шар там не встанет таким образом, чтобы хата упала. Ну Снут понял, что ее уже здесь не жить, отменяет хатен. Сейчас у Снута у самого плюс 2 доделается, и это будет не очень для нам шара, конечно же. Здесь по вот этим лабиринтам ходит неоновым, фиолетовым. Так, короче, догонялки, перегонялки. Снут гоняет нам шара, до этого нам шар Снута гонял. Теперь Снут сам вперед идет, атакует нам шара, делает широкий фронт. Очень такой. Кстати, позицию Снута великолепная. Нам шару подкупить, иначе сейчас пару фаербулов могут вообще перевернуть бой. Плюс у него юниты не так хорошо, как у Снута атакуют, между прочим. Роучи выходят, но плетка есть. По лимиту нам шар вроде в плюсе. Но Снут-то как-то давит вообще. Где этот весь плюс нам шаровский, непонятно. Шпиль готов, но шпиль ничего не уже не... А что нам шар скопался, он что делает? Ну это ГГ, ребят. Я не понял, как это произошло. Вроде у нам шара и не пул армии в заказе было, но он хлам что-то Снуту лоб проиграл. Ну позицию у Снута лучше, как то была, он зашел нагло, как и встал. Так, 5 муталис, как нам шар делает. Ну свеч муху не конек нам шара, конечно, походу. Похоже на 1-1. И скорость подземная, да, передвижение доделала здесь, блин. И куда его деть, это передвижение, непонятно. Ну, кстати, вот если сейчас Мут так будет ломиться в рампу, Мута выйдет. Смотрите, Мута вылетела, ребят. Так сейчас нам шар Снута развалит. Муталисков-то много уже бой ступает. Плюс роучи удар держат, а роучи-то много здесь. Падают там эволюшны какие-то брудлингов, выкидывая из себя, и брудлинги помогают здесь отбиваться нам шару. Смотрите, он Снута и есть просто. Сейчас лимита Снута меньше, чем нам шара станет.
Ну, не меньше, но он сравнялся вообще по лимиту. Три базы есть. У Снута тоже три, правда, у Намшара ущербная карманная. Но золото можно пойти сейчас просто убить и все. Королевы три там ничего не спасут вообще. Куда летят муты-то? А, мута на третью нам шарли. А чему здесь ничего нет-то, я еще не понял. Ё-моё. Здесь ничего вообще нет. Нам шар королеву раз минусует. Королеву два пытается заминусовать Снут. Снут ничего не трансфьюзит почему-то, я не понимаю почему. Муталецки все новые-новые прилетают, офигеть, я говорю. Нам шар, а не конек свич мутку. Нам шар мутка и Снута просто здесь распальтушил, от вообще, блин, размесил, размолотил просто. Ну на спорку минусуй, да не надо за дронами гоняться. Спорку оверов всех, да и все. Оверы без скорости, тем более. Нам шар вообще здесь все просто убивает, нафиг. Вот это переворот. А нафиг Снут лез сюда? У него четвертая база, у него все прекрасно, крепись. Нахера он лез на всю эту муту, я не понял. Снут вообще силы почувствовал так, что уже переборщил с ней. С этой силой. Снут трюк Скайуокер, я ему. Встал на темную сторону. Почувствовал силу слишком. Не слишком почувствовал силу. Нам шар шатает чудес. Газ убивает на мэне. Муталиски. Пришел на золото нам шар. Здесь минус роуч, минус королева. Снут идет отбиваться. Снут легко здесь отобьется, кстати. Но можно мутой сюда прилететь и просто вот спорку бы выбил, прилетел бы мутой с этой армией вместе подрался. ПГГ бы, блин, написал бы, скорее всего, нам шар. Муты что-то летает. Лимит-то, кстати, равный почти. Там золото нам шара появилось. Ну, Снута на третьей добыче нет. Рабочих меньше. Ну, боевого чуточку больше у Снута здесь стоит отметить. Так, вот роучку-то идут. На золото пошли. Да, на золото. А, или просто Снут улетает. Просто Снут убегает. Пытается ворваться к золоту. Нам шар сразу же рабочих копал. Пусть Снут решил хату отфокусить. Но я чуть не уверен, что она упадет. А она упадет, кстати. Но Снут поплатится большим количеством боевого лифта. Всех роучи отдал. Это провал от Снута был полный. Все, сейчас контратака. И нам шара просто... Нам шар здесь роучи Снута примет муталисками. А здесь у него роучи реведжеров больше, чем у Снута. Поэтому он просто сейчас придет и все убьет. Королев убьет единственную противовоздушную оборону. Даже дома здесь это единственное. На переходе противовоздушная оборона. Потому что ГГ, ВВ, пишет Снут. ВВ, ГГ, 2-0 Намшар. Что-то Намшар разбушевался. Он там в Корее, что ли, вообще? Так, Титан уже давно катает, как бы. Но он сказал, что, как пацаны сказали, что он почувствует сам, когда ворвется в топчик. То есть продолжать играть или завязывать. Если это за пару-тройку месяцев не произойдет, то как-то так. Ну что ж, третья карта нужна. А вот хост, поехали.
Так, ну рекламу 30 минут я не пилил, пилю еще раз. Ну а вы по возможности поддерживайте. Подписывайтесь на премиум, отблоки отключайте и по реквизиции либо через плеер поддерживайте. У нас третья карта, нам шар неожиданно 2-0 повел. Рейнер убил 2-0 Блая, Рейнер убил 3-0 ТЛО, Намшар убил 2-0 Ютермала, и уже 2-0 идет против Снута. Готов ли Снут ворваться, закомбэчить, я вот что-то не уверен, если честно. Ребят, сейчас я на пару, вот сейчас посмотрю, чтоб не было улына однобазового какого-то. И уйду на пару минут сейчас от вас, потому что нужно паузу мне взять срочно. Да, ну все, точка сбора на... А, уснуто чё. Все, ребят, сейчас посмотрите за Намшаром, который ведет 2-0. Сейчас пару минут, сейчас я вернусь. A new queen has emerged. Evolution complete. Your base is under attack again. A new queen has emerged.
Так, ну все, ребят, я здесь, извиняюсь, что покинул вас на пару минут. Нужно мне было отойти. Нам шар снут у нас. Третья карта, нам шар неожиданно 2-0 повел. Нам шар прогрессирует в последнее время. Молодец, конечно, что я тут говорить-то. Ну, что-то в третьей игре снут-то как-то по... Рабочим-то в плюсе в хорошем оказывается. Ну, нам шара делается плюс один без лейера. Мне это кажется очень подозрительным моментом. Уж не пуш ли какой-то, потому что, смотрите, сколько лимита скоплено уже в запасе, как бы, ресурсов. Еще три овера при этом наш. Вам оверов-то все делает. Хватит, ну, что оверов-то делает уже. Везде какие-то забегания от нам шара идут, везде сливает он все, правда. Лейер пошел и роучи делает. Ну, по рабочим близко, 49-53, ну, блин, снут что-то впереди по рабочим. Причем стабильно. Так, к снуту Бэйна, кстати, смотрите, на третью ворвались. Но снута все равно рабочих больше, причем на 7 штук. Хотя 6 взорвалось вроде как. Но нам шар строит много реально рабочих сейчас. Почти что снута нагнал, но снут сам заказал. И все равно в плюсе, короче. То есть колебания такие по рабочим, это за третье точно быстрым не будет, вы видите. Четвертую оба выходит. У Намшара с двух эволюшнов 2-1 делается. У Снута только плюс 2 пока. Даже и чуть позже, чем Намшаровская. Секунд на 20. Но второй эволюшн тоже подъехал. Короче, 2-1 и 2-1. Но у Снута позже секунд на 20 и 2-1. Но у Снута Люркер Ден, который у Намшара отсутствует, например, вообще. Есть сейчас. В заказе. У Намшара отсутствует он в заказе, я имею в виду. Они вообще у Снута есть, а у Намшара вообще нигде. Намшар шведский игрок. Привет. Рак. Снут оверы быстрые в этот раз с фаерболами, не в рабрее штаках. Как снуть слит он улился. Ну, Амшар хорошо играл, на самом деле. Вот снут и слил. Так, здесь у нас Намшар что-то бегает, какие-то забегания пытается делать. Одновременно на четвертую выход тут идет. Снут на втором пытается Намшара встретить. Фаерболами кинули друг в друга и отступили немножечко назад. Ну, не знаю, здесь первому давить такой ситуации напряжно. Может быть, имеет смысл сделать хайф и Намшару, и попытаться по грейдам опередить лучше. Намшара больше по лимиту. Сейчас 200 в 200 будет ситуация. У Намшара подъехала бронька, у Намшара подъехала вторая атака, 4 секунды. Он хочет плюс 2 применить тайминг, смотрите. 4 роуча на мейн забежало, в это время Намшар в четвертую хату выносит. Королеву выносит. Снут пошел в бой. 12 секунд, да плюс 2 у Снута. Намшар подтягивает тылы, да Намшар все четко. Знаете, опять Намшар просто пришел и Снута развел. Что-то Намшар четкий вообще. Говорят, что сортов в Корее сейчас находится. А Намшар случайно не в Корее находится. Никто не шарит, ребят, этого момента, кстати. Вот сейчас, кстати, разводос еще за... О, с подземным мумом разводка сейчас пойдет от Намшара куда?
Прям на вторую поползу. Да, прям на вторую. Четыре ручи на мейн залетает сейчас за окопочкой. Ой-ой-ой, как тут вообще джейсонски все происходит, конечно. Закопанные ручи. Намшара ползут на третью. Смут пытается ловить четвертую. Намшар сразу за зал буквально, как и в прошлый раз, отменяет. Смут эскейп не нажимает. Коми рэпчик вам зачитает, по ходу дела, да, тут такой какой-то расклад опять. И на мейне роучи зашли, кстати, хорошо. Намшар что-то по лимиту просил, смут на халяву там наубивал, по-моему. Сейчас и не слабо лимита. У смута бронька вторая раньше, но у Намшара запас ресурсов, газа именно побольше, чем у смута. Вот сейчас Намшару просто, был бы у него шпиль, он бы просто плюс один бы Грей закал на воздух. И ждал бы размена, и по-моему просто мута, например, за массе здесь. И великолепно было бы. Но Намшар почитает гидру, так надежнее, на нее грейды есть, как бы. Хайв делает, сейчас третья атака будет заказана скоро, кстати говоря. Так, здесь один роуч рядом на мейне есть, кстати, вкопанный. От Намшара вообще во все стороны роучи бегут, я смотрю. Знаете, в чем прикол заползалок подземного мува? То есть очень сложно оценить, сколько роучи заползает, и очень сложно послать идеальное количество юнитов, чтобы их отбить. Потому что если вот как нам шар действует, ты пошлешь слишком много, он здесь тебя будет пробревать, этими роучи реводжером. Если пошлешь мало, то там пробреет. Поэтому закупка с подземным умом это всегда выгодно на самом деле, ребят. Просто всегда. Плюс вот так вот отступил. Вкопайся, просто вкопайся. Четыре роуча отрегенятся вообще сейчас сразу. Будут зелененькими. Здесь нам шар что-то бегает, фаерболит, кстати, смутовер. Здесь еще роучи дамаженные. Вкопался, закопался. Идет дальше, смут прикольник. Еще оверами контролит. Ну, Амшар плюс три делает. У Амшара вайперы подъехали, кстати говоря. А у смута что? У смута тоже хайф. У смута нет вайперов зато. У смута 3-3, подземный мув за копкой. У Намшара Люркер Дэн почти готов. Намшару, куда ты лезешь-то? Фаерболами отпил. Смут пытается настигнуть Намшара. Настиг до фаерболов наловил, кстати говоря. Смутецкий тут. Хорошо зашли фаерболы. Вот в этом-то проходе вообще сюда ломиться. Это дичь вообще. Там сразу фаерболов просто Намшару столько накидает. Смут Намшару. Офигеть просто. Точнее, Намшар Смуту. Гидра выходит, в этот раз овером скорость не помогает, потому что тут гидра не фаерболами сбивает, как вы понимаете. Смут сам нам шарский фоллеров ловит, шатает. Так, 7 плеток у Намшара, где они ставятся? По всем базам. Что себе Намшар вообще сегодня, блин? Вот молодец, да? Как он прочуял? Он увидел, что у Смута... А ничего, он что он увидел-то? Он просто понимает, что он даже ничего точно не видел, наверное. Он понимает, что Смут наверняка подземный мув делает роучем. И вот... Ой, Намшар, только похвалил я его. Только похвалил, как начинается какой-то днище слив просто левый. Так, Люра закопалась сейчас. Кстати, Люра уже со скоростью закопки. Нужно ли тянуть время с такой Люрой царской? Надо вперед, по-моему, идти и ставить точку. Тем более не уснута зеленка, которая против Люры вообще необходима 200 в 200. Очень сильно. А у Намшара зеленка есть. У Намшара есть зеленка. Заходит нам Смут, подумал, что Намшар куда-то туда на вторую пойдет. А Намшар на четвертую пришел просто. На пятую, точнее. Смут переводит сюда роучи, чтобы попытаться виться. Люра зашла на дальнюю с супер быстрой закопкой. Вайперы Смута летят вперед. Офигеть, Намшар. Блин, может Намшар в Корее за него какой-нибудь кореец там угорает, играет. Намшар что-то вообще сегодня просто, просто вывозит нафиг Смута куда-то на днище какое-то, я не понимаю. Хата на второй падает, на мулю тут нам шара роучи ходят. Не был бы кореец, на мулю не ходили. И здесь битва пошла. Здесь, кстати, Смут хорошо дерется, но зеленка как же решает ГГЙО, пишет Смут. Ничего себе ГГЙО. Откуда Намшар такой вообще взялся? Ну что, Намшар против Рейнера, ребят, финал. Не знаю, написано бой 7, может Варди пощадит, бой 5 сделает. Я бы, блин, на его месте так и сделал, уж бой 7 за ВЗ. Ну, может оно будет недолго, если в чью-то в одну сторону.
Так. Опять Варди говорит, что не спит нифига вообще. Первая Каталина, ребят, уже почеркали, пацаны. Как проверяют, что там не рук или су? Да не факт, что нам шар в Корее, это я так предполагаю, потому что суртов в Корее, во-первых. Во-вторых, по хоткеям там все быстро вычисляется очень. Если ты думаешь, что может так просто один в StarCraft сыграть игрок и будет незаметно, то зря. Дайте-ка я тоже перелогинюсь, у меня что-то хотел там этот. Так, Зест что-то здесь делает, смотрю.
Опять что-то агент этот странный хочет. Battle.net агент. Так, еще раз рекламу запиливаю, пацаны. Ничего себе, сегодня с рекламы вышло, норм вообще. Я как посмотрю. Так, ну что, Рейнер готов, нам шар пока не готов, ребят. Хотя, говорит, бэк вроде. Все, гоу-гоу, ребят, финал у нас. Блин, я не переименовал стрим вообще. Так, я оставлю рекламу в паузе всегда. И я оставлю, потому что с нее сегодня реально что-то деньги есть, как бы. А из поддержки так себе, как бы. Но дело не в том, что из поддержки такси, потому что с рекламой есть, понимаете? Надо ее тоже использовать. Всем полезно, и Good Game, и мне. Поэтому спасибо, у кого она идет. Но у кого-то не идет не потому, что он блочит ее намеренно, а потому что ее там не может не быть в регионе вашем. Но вот так вот, ребят. Ну что, Варди жалился над всеми и над собой, говорит, там спит очень мало и устал. И у нас, ну, Бо-5 у нас, в общем-то, финалы, соответственно, не Бо-7, тем более здесь одни ЗВЗ, ребят, короче. Просто зерги выбили всех, зерги задоминировали, как обычно, Европа, в Европе зерги часто доминируют. Вы видите сами все. Что происходит? Сколько времени, кстати? 22 часа? Не так уж много.
Так, ну что, Рейнер на катализатор у нас карта. Рейнер на 11 красный, нам шар на 5 синий, 17 хата Гаспул. Там и там. У Рейнера Котячок, здесь 3 на этом вот минерале. Вот 3 дрона, вы видите, работает. Сейчас я выделю третьего. 3, а здесь вот один всего на этом ближнем. Это, конечно, косяк всегда. Вот, у Намшара таких я не вижу. Все стандартно, но у Намшара и скорость пошла собачкам, например. А у Рейнера нет. То есть это явный выход в Роуч Ворон с Эволюшеном. Но зато побил у Рейнера третья хата, обычно поздняя. Но это не значит, что этот билд уступает чем-то билду Намшара того же, например. То есть можно вполне этим билдом выигрывать, как бы. Можно делать грейд на роучи, атаку роучи, выходить в третью. Можно пуш делать голбас. Можно в конце концов выйти в эволюшн, в шпиль, деблюру, в быструю, в гидру, свармхостов. В ЗВЗ, правда, навряд ли это сработает, все эти свармхосты, как бы. Вот, но в других матчапах работает. Так, ну что, шпиль пошел. Блин, вот эта иконка мешает посмотреть, там какие-то... Там хрень какая-то в дырке шевелится в Роуч Вороне в этом. А не посмотреть туда. Шпиль у Рейнера, ребят, пошел на второй базе. Все прикрыто, шпиль ранний. Ну, скорость роучем тоже не забывает Рейнер делать при этом. Ну, сейчас Мута соберет оверов, которых сможет, получается. Может быть, даже какой-то дэмэдж экономики Рейнер успеет прилететь, нанести оппонент своего. Но Рейнер, посмотрите, вот уже я вижу полный провал, где в ком компоненте. Овер-то только один делается. Шпиль сейчас будет готов через 10 секунд. А овер... Ну, хотя там на 3 секунды разница будет. 13 до овера и 10 до шпиля. Вот сейчас шпиль 2 секунды и овер через 3 где-то доделается. Да, и овер через 3 доделается. Ну, это нормально, это нормально. Сейчас 6 муталисков, 5. Можно 6-го Рейнеру заказать сейчас будет. И ставит третью. Да, 6 муталей заказано. Самое главное, что тайминг плюс 1 у него даже лучше, чем у Намшара. При этом всем. А Намшар что? Намшар... так, у него есть лэр, но он не делает пету скорость. Муте, я не понимаю, почему. Ой, скорость роучем что-то не делает. И гидроден у Рейнера пошел. Это мутов люркеров, что ли, я не понимаю. Или что за стиль-то такой. Намшар сразу же овером пытается улететь. Да тут не один, а несколько их улетает. Залетает Рейнер. Мута и плюс роучи, в итоге роучи выпускнули дрона, а мута оверов собирает. А надо ли сюда было вести вообще-то этих муталисков там? Так, здесь на халяву нам шар королеву Рейнера убил. Вот у Рейнера плюс 2 из положительных моментов, из-за совсем отрицательных, то что у товар скорости до сих пор нет. Какой же дамаженный дрон здесь, это ж просто жесть какая-то. Случайно пошел он на вторую сдавать минералы. Рейнер не законтролил. Еще одного овера Рейнер подрезает оппонент своему Намшару. Ну, по потерям у Намшара больше, конечно, мута здесь что-то она убивала. Но она не убивала прям действительно много. Она не убивала критически много юнитов Намшару. Еще минус 2 дрона Рейнер делает нам шару. Здесь он отводит.
Ну, хорошая работа мутой, то есть попадает под минимум дэмэджа, она регенится, летает. Ничего Рейнер не теряет, рабочих на третью перевел. Люркер Дэн почти готов, плюс два раньше заказал, четыре гидрала делается. Все прекрасно, у него я на его месте еще оверсиров заморфил, криптуморы пошатал, чтобы нам шар не наглел, вперед не ставил. Потому что у него-то мута Рейнера так будет между базами, очень быстро нам шаров скинет и передвигаться, плюс вижен. Минус королева. Вот первый муталис наконец-то погиб. Почему наконец-то? Ну, наконец-то для Намшара, конечно же. Арам, откуда ты все вообще это берешь? Не знаешь, колоритный упырь. Не чурающийся сюрстреминга. Сюрстреминг это что-то, это селедка тухлая, которую в видюхах. Все жрут, кто тестит и блюет потом. Шведская какая-то тема. Возникшая при осаде какого-то города там. Да, продукты делают, хранить тяжело, но жрать-то надо что-то было. Приходит Рейнер, ребят, минус четвертый, а Намшара, у Намшара нет люры, а у Рейнера есть. Третью, простите, четвертую, третью базу. Пытается Рейнер отступить, кстати, люра именно дает возможность ему это сделать, опять же. Залпы проходят по люре, там жесткие. Намшар пошел сзади, хочет Рейнера... отогнать, здесь фаербол, минус люркер один. Реводжеры попадают сейчас в засаду. Люркер один снизу остался. Куда он там пошел-то? Ну, здесь люра другая, зато смотрите, в рампе хорошо помогает. Поручен, слышончик заезжает. Зашел нам шар на хайграунд. Люркера, кстати, развалил, но у Рейнера очень вовремя прирост подошел. Мута, которая рядом ошивалась где-то. Рейнера сразу подлетает, очень четко Рейнер сыграл, здесь 1-0. Сегодня Рейнер вообще бьется на уровне. Прет его, смотрю, и мута еще в конце подлетела. Так вот за ВЗ и надо играть. Я же сказал, Сеня, сетка-то есть, я сказал, все там, Лерги всех выбили уже в этом плей-оффе. Это финал. Это матч крайний на сейчас у нас, на сегодня.
Так, ну что, ребят, поехали. Вторая карта. Чё-то сегодня без беллингбастов, вообще без всего. За вас даже не интересно вообще, если честно. Здорово, кренделек. Здорово, кренделек. Ну что можно сказать, ребят? Мне что-то подзадолбало уже сегодня стримить, потому что стрим с 12 часов дня идет, то есть 10,5 часов. Но что уж делать, это финал. Хорошо, что у Арди бы 5 сделал, бы 7 я уже, наверное, бы не вытерпел бы, мне кажется. Вот. Ну и осталось совсем чуть-чуть. Завтра 12 часов по Москве, кстати, ЕМ будет. Вот. И не знаю я, что там будет стрим или нет. ESL вроде стримит себя. Корейский отборочный ЕМ стоит сказать точно. Вот, если получится, я его застримлю, зарестримлю тогда. Что, ребят, Рейнар против Намшара, вторая карта. Что-то, блин, вообще сижу и вижу, что все тут катается, ездит, ну как-то тяжко, еще и душно как-то становится, блин. Что там батарея? Атакованный. Я это и чувствую, еще и за пекло такое. Наши войска. Батарею перекрою, из других комнат будет приходить. Я думаю, что меня кумарит там? Так, вот здесь батарея гигантская, просто она по ходу отопления утилили, что сейчас похолодание. Вообще жесть просто, вообще. Да нет, передышка была 20 минут, 25 где-то. После первого турнира я покушал и вот на второй сразу ворвался. Сейчас после как того, как кончится вот этот матч, я сразу же урубаюсь нафиг, короче, потому что, ну, здесь нечего разглагольствовать, ребят. Если завтра буду стримить, то, возможно, буду стримить в 12 по Москве, вот. Да, Влайчик, да, Рейнер, причем не просто в финале, он 3-0 ТЛО раскатал так, что у ТЛО в решающей игре аж бомбанул, он вернул бы в ГГ. Вот, и в финале он уже 1-0 ведет. Ну,
Чести Рейнер, видели, как он мимо Намшара собак прошел вообще в наглую? Погодите, у Рейнера уже есть плюс один. У Рейнера роуч и пачка. 9 роуч, 2 слингов, 3 беллинга. И Рейнер при этом всем не достраивает юнитов. То есть это не all-in, он делает рабочих и шпиль. Ну это прямо, я вам скажу, очень грамотная идея. Я вот вижу, блин, так, как Рейнер хочет Намшара обмануть, и я вижу, что у него уже отчасти это получается, потому что Намшар верит в то, что это практик, не поверит, что ему. Уж идет плюс один уже, тем более. Беллинг чисто троллочек взрывает просто жестко. Намшаровский. Намшар пытается пока лингов на рампе сдержать. Ну тут роучи пришли, надо роучами отступить, но вот проблема Рейнера в том, что через 4 секунды у Намшара скорость роучи будет готова. Это знаете, что значит? Что это все дело не уйдет, и нахвалил я Рейнера, короче, в итоге у него весь план пошел, что вы сами называете, почему, куда и как. Все, Шпилецкий сейчас будет готов. Так, ну Рейнера больше по лимиту, при этом всем у него такие же роучи, как у Намшара, так еще и мутки 6 штук делается. Не Люркер Дэн, и Гидра Дэн на Люркер Дэн, и четвертая хата, и все, вообще там вот мута улетает, начинает оверов Рейнер бомбить. Один минус, вот еще один висит тут сбоку прям, Рейнер его видит сразу же. Этого тоже в расход пустил. Ну, у Машара запас хороший по аверам. Нужно дальше сразу лететь, все, подрезать пытаться вообще. Смотрите-ка, 9 дронов сейчас Рейнер на шару минуснул. Тут на 9 напрягает Намшара. По рабочим Рейнерам в плюсе, но у Намшара как-то по технологиям лучше. Там гидра уже стоит. Овер минус. Так, муталиски на мейне, кстати. Тут газ разобрали. Висит мута тут рядом. Опять газ заказан. Честно. Трансьюз накрыл. Вся мута выживать умудряется каким-то образом. Несколько люркеров Рейнер делает сейчас на второй базе своей. Хорошая контрзабегание от Рейнера прям идет. Минус 9 часов. Минус еще роуча 3. 9 будет минус? Нет, 9 не будет. Минус Рейнер решил. Ну еще и свалить отсюда может. Не, ну лучше 9 минус в таком раскладе, мне кажется. Хотя часть роуча все-таки, наверное, уйдет вообще. Thank you.
ребят, 2-0 Рейнер. Сегодня Рейнер прямо в ударе. Так, ну нам Шар пытается отбиться, здесь уже люры минимальная эффективность, ну и то несколько юнитов вынес люркерами. Но 167, ребят, в 100 никто не отменял. Сегодня Рейнер в ударе, кажется, он очень хочет 300 бакинских за первое место забрать здесь, а почему бы и нет. Нам Шара бомбит. Сегодня Рейнер, от Рейнера у всех бомбит вообще. Просто он Джейсон какой-то. 2-0, ребята. Надо собраться нам Шару в третью игру. Давай сейчас Боллинг Баст. Просто бах и все. Так, гоу-гоу-гоу. Еще раз реклама поперла, ребят. Фига реклама каждый раз идет у меня, как кнопку. Ну да, я чуть сегодня много прям. Ну вы можете от нее избавиться, подпишитесь на премиум, либо поддержите меня, мой канал.
Так, ну что, ребят, Рейнер 1-2-0 ведет уже, ребят, и это третья карта уже. Ну, и не играет он вообще никаких... Блин, почему никто... Чего все за... резко что-то перестали однобазово играть все? Прям я удивляюсь как-то. Прям вот резко все взяли и не играет никто так теперь. Ну, как-то прям подозрительно очень. Решили, что так лучше будет, ребят. Ну, тут с двух-трех баз тоже можно агрессию какую-то делать. Стабильно в начале беллинг война какая-то идет, а потом уже, ну, переход в макро получается. Так. Ну что, ребят, 17-е хады Гаспулы скоро сделается. У Рейнера в этот раз что-то немножечко позже, чем у Намшара. 4 линга Рейнера здесь, 4 линга Намшара тоже здесь. Рейнер что-то туда-сюда бегает. Что он бегает? То есть... А, ну он хотел занять позицию такую, чтобы типа 4 в 4 победить. Пока бегал еще 2 линга Намшара, что 6 их стало в итоге суммарно. Здесь Рейнер, знаете, Намшара на собаку развел. О, молодец какой. Развел на линга, здесь линг вперед бежит. У Намшара 16 лингов, это что это? А, это линги без беллингов, линги со скоростью подгрыз третий получается. А у Рейнера нечем третью особо прикрыть. Вот сейчас только скорость доделалась. Надо бейнов пару запилить бы, конечно, ему, Рейнеру, я имею в виду. С беллинг у нас есть, как бы с беллингами значительно проще будет дефиться. На мейне все принял вроде как. Так, Намшар тоже беллинга Рейнера разгрызает. Одного третья вроде... Да не должен отменять Намшар третью. Хотя собак что-то прям здесь реально много. Они просто жесть как грызут. Рейнеру надо подтягивать тылы сюда. Третью хату Намшар отменит сейчас Рейнеру. Ё-мо, третья падает. Что происходит-то, ё-мо? Падает третья, да. Там роучи пошли. Надо беллинг басить Рейнеру самому третью Намшаровскую сейчас. Вообще это фейл, конечно, когда так происходит, когда у Зерга есть беллинг Нест и скорость, а ему Зерг грызает собаками со скоростью 3, это всегда косяк Зерга вот, обороняющегося. Но с другой стороны, ну, то есть тут зависит много от исполнения, понятное дело. О, нам Шар Дронов Блай сегодня тоже с кем-то на Дрон Волке, битвы на променаде вот этой картой, тоже, помню, Дронов приводил то ли с Интермалом, то ли с Соулом. Так, на третью забегалово идет против королевы. Здесь роуч медленно ходит. Потому что они медленно еще. Королева падает в итоге. Роуч не успели ее прикрыть. Так, линго-беллинги ставят. Линго-беллингов у Рейнера чуть прям реально много. Но недостаточно, чтобы лоб роуч этих пробить. Пытается Рейнер сбрить хату. Часть бейнов уже на мейн проходит. Два на вторую, два на мейн. Взрывай! Ларин, взрывай. Ларин, тормози. Короче, ё-моё. Какой Ларин? Какой взрывай? Эволюшн у Рейнера. Собак... Не, Рейнер здесь отстает в этой игре, это очевидно. Причем очередной выход делает сейчас оппонент его Намшар.
Ну и, кстати, Намшар ошибку делает, что не заказывает сейчас в обороне ничегошеньки вообще. Поэтому собаки... Ну, то есть у него собак нет до тика, ничего. Поэтому линги прибегают и просто королеву на третий забирают. Сейчас давайте они, может, еще и хатку заберут здесь. Нет, у хаты пол хп еще остается. Собаки прибежали. Не хватит ДПС, если забрать здесь третью. Хотя Рейнер дает бой лингам намшаровским. И даже неплохо дал. В это время еще собачки на мейн на вторую. Рейнер начинает просто здесь... Развод хороший такой. Королеву сможет на мэйне срезать? Королеву срезает на мэйне. Королеву срезает на второй. 6 дронов уже потеряно. На мэйне не добил. Королеву ошибка. 8 хп у нее осталось, между прочим. Собачки почти сгрызли. Да, и третью минуту. Блин, ну что-то сегодня Рейнер прямо вот в ударе вечером. Прям в ударе. Смотрите, как он развел вам шара. Туда-сюда. Намшар растерялся, бросил сюда на оборону, королеву прикрыл, на второй рабочий потерялся, второй собаки выбежали сюда, третью сгрыз в итоге. В итоге 40 с чем-то рабочий там на 3 с чем-то было в пользу Рейнера. Намшара больше бы его, Рейнер боится, триплетки делает. Зачем ему триплетки, блин? Намшар даже не идет пока вперед. Намшар третью решил восстанавливать, но это правильно, надо третью восстанавливать. Ну, Рейнер плетки не стал менять. Думаю, верно, в принципе. Преимущество так и так получено. У него третья база есть. Здесь пока третья строится. Рейнер уже должен понять, что Намшар никуда не спешит выдвигаться и просто сидеть дома. Плюс один у него делается. Роучи делаются. Намшар делает реведжеров. Намшар делает лингов, беллингов. То есть линга, беллинги на обороне будут на третьей, а роучи и реведжеры вперед выдвигаются. Линги с бейлинг... Ну, линги добегут сюда, они быстро прибегут. Бейлинги позже придут уже в бой. Но они и не должны переворачивать, да, там как бы. Рейнер ушел, кстати, всеми собаками сейчас. Так, Силнаги может законтролить. Не видит же Рейнер, где там выход-то идет. Намшаровский вообще пробегает мимо. На вторую собрался забежать. На мейн. Да, мимо бейлингов бегает. Там пуш выходит. Понял Рейнер, что здесь уже рядом где-то Намшар. Плетки копаются, их 3 штучки. Плюс один не стоит отменять. Здесь уже поздно его отменять, чтобы что-то заказывать. Плюс он решит, когда доделается, потому что бой может затянуться. Собаки заходят. Рейнеровские реведжеры минус одного. Беллингов отвлек часть. Собаки назад отступили. 3-0 Рейнер, блин. Рейнер сделал день сегодня реально просто. Я... Уже очень сильно устал, 10,5 часов стрима, а сегодня 10.40 уже идет, сегодня я 5 часов спал. И... Нет, 6 сегодня спал. И еще 3 ЗВЗ подряд, финал должен был бы 7, Варди тоже мало спал, друг, поэтому бы 5 сделал. И Рейнер еще и 3-0 здесь делает, прям реально респект ему. Не, ну кто хотел ЗВЗ посмотреть, извиняйте уж, братва, но... Да ЗВЗ еще насмотримся, как и Старкрафта в целом, стопудово. Впереди выходные у нас года отборочные GoFSK, где тоже наши будут биться. Четвертые отборочные, кстати, будут. Они в воскресенье перенесены, потому что GoFSK в субботу будет, потому что в воскресенье там у них Рождество получается буржуев. Вот, из-за этого они перенесли, как бы. И помните, игроки, про отборочные года, ну и про GoFSK тоже. А отборочные помните почему? Потому что там СНГ only квалификация, то есть только для СНГ игроков будет, поэтому регистрируйтесь, приходите. И играйте. Так, ну что Рейнер делает? Не может кто-нибудь объяснить вообще? Прибежало, блин, 10-15 собак, он уже вот здесь вот где-то был, взял в теме назад пошел. Зачем, ё-мо? Хочешь идти вперед, иди и убивай, блин. Собак было чем отбить, тем более. Достаточно юнитов там было. У Намшара, кстати, даже скорости нету. А, у него лейер есть, почему-то скорость не заказал он, почему, кстати. С одной стороны, роучи не усиливает в плане характеристик, с другой... Между базами то тоже позиции менять надо, как бы. Мах
отдыхаю ночью. Но я сейчас подумаю, пойму, что нам делать. Сейчас я покушу. Я сейчас, наверное, пробегу пилу. Сейчас очень маленько. Ночью-то не до пяти, не буду точно пилу. Бакси буду, да, думаю. Бля, не выспится, сегодня часов 7-8 надо поспать. Иначе легенчик не будет. А пока ГГНчик нам шару, ребят, Рейнер 3-0. Рейнера поздравляем с победой. Не помню я, чтобы он что-то побеждал даже онлайн. Но что-то надо начинать. Молодой игрок и будет тащить стопудово. Опыта уже вагон целый. Поздравляю нам шар Рейнера. Фух, ребята. Короче. Я уже сказал, что завтра в 12.00 будет корейская квалификация на ИЕМ. Если будет возможность, я туда зайду и ее постримлю. Вот. Не знаю пока ничего по этому поводу. Вечером в 6 часов People Image StarCraft League, кстати, будет, где Бла играет. Но я не уверен там насчет 6, что там к чему, если честно. Посмотрим. В общем, ребят, спасибо всем за внимание большое, за внимание. Спасибо, что поддерживаете и т.д. Но я закругляюсь, конечно. Стрим почти 11 часов сегодня шел. Я задолбался очень сильно. Вот, и увидимся, надеюсь, завтра. Ну, завтра мы увидимся точно, я не знаю, насколько просто и когда, как бы там... А запись сегодняшняя будет на Ютубе сейчас прям выкладываться, как стрим остановится. Все, всем пока и спасибо за внимание большое.